Всем привет, подписчики моего канала. Сегодня обновил коллекцию. Вот пришел тепловоз ко мне. ТЭП-70. Чуть ли не сказал БС. Китайская штучка. Вот. Детализация просто огромная. Вот. Тепловоз держу в руках. Посмотрите сами. Даже если посмотреть, там в кабине пульт управления есть. Вот. Сделан высококачественно. Вот. В размере 1,87. Ну, это, если вы помните, была такая германская железная дорога 1,87 формат, вот, 16-миллиметровая. Вот. Вот такая приятная штучка, ее в руки даже держать приятно. Вот. Колесики крутятся, несмотря ни на что. Вот, смотрите. Вот тележки покажу. Тележки покажу. Вот там все выполнено качественно. Так. Как бы он сфокусировался, мой мобильник. Вот. Вот. А колесики крутятся, сейчас покажу. Вот это тут бак, правда, не знаю, в 70-ке на 6000 литров, как в чмухе или как. Но это машинист скажет. Не, ребят, настолько детализировано все выполнено. Ой, опять фокус ушел. Просто балдёж от таких вещей. Вот даже тут есть логотип Коломенского завода. Вот. Опять не в фокусе. Ой. Вот такой вот тепловозик. ТЭП-70. А предшественник была 60-ка. Вот она у меня есть тоже. Ой, смотрите, какой красавица. Тут тоже все детализировано, все выполнено. Вот, ходовые тележки. Ой, опять не в фокусе. Тут также колесики крутятся. Все. Вот логотип Коломенского завода. Китайцы его классно воспроизвели. Опять не в фокусе, чтобы показать, что тут написано. Ой.
балдеть от таких вещей. О, даже есть эти самые катушки Элсон. Вот они. Красавец. Ладно, до новых встреч. Буду пополнять свое депо. А, они еще там есть. Ачка. Ой. Катается, катается, катается. О. Ну, тоже. Китай. Блин, как мне нравится. Слушай, ребят, а тяжеленькие такие по весу. Вот. Как так? Пополняю свое депо личное. Ой. Кстати говоря, в ТЭП-70 я не помню, чтобы такая белая крыша была. Вот, ребят, не помню. Никогда ее не было. Как так? Вот. Ладно, до новых встреч. Может, еще что-нибудь куплю себе. Прикуплю из локомотивов. Покажу. Вот, пополню свое личное депо. Да. Всем до новых встреч.